Уникальный центр поддержки людей-аутистов открылся в Петербурге. Образовательный центр «Антон тут рядом» распахнул свои двери в северной столице России. Одноименный документальный фильм, рассказывающий о мальчике-аутисте, не так давно был отмечен на Венецианском кинофестивале. История Антона Харитонова потрясла многих, а вот для режиссера Любови Аркус стала частью жизни. Кстати, открыл центр поддержки сам герой. Это не болезнь, это особенность. И ее надо не излечивать, а адаптировать к нам, а мы должны адаптироваться к ним. Это главная идеология нашего центра. В центре учат рисовать, лепить, шить и даже валять валенки, чтобы потом, возможно, обрести профессию и найти работу. Все рассчитано именно на взрослых, ведь если детьми отдельные энтузиасты еще занимаются, то взрослым аутистам дорога чаще всего одна – доживать в психоневрологическом интернате. Диагноз ставят крайне редко. Не всегда и осторожно. Соответственно, нет статистики, соответственно, нет детей с этим диагнозом. Раз нет детей с этим диагнозом, значит, нет и такой проблемы. Те, кому довелось хотя бы раз поработать с такими особенными людьми, не сомневаются. Они необычны, интересны, позитивны и доверчивы. Эти ребята способны нестандартно мыслить. Именно поэтому нередко среди них так много математиков, компьютерных гениев, писателей и художников. Ты невероятно много приобретаешь, общаясь с этими уникальными, невероятно талантливыми людьми. Приобретаешь какие-то совершенно... Ну, это так сейчас в это сложно поверить, но поверьте.